Боже мой, самый лучший момент! О, да, я знаю, клыкастый ангел такой классный! Клыкастые ангелы. О, Синий, ты такой чувствительный. Как мой конец. Какой же это был длинный фильм. Как мой конец. А диван такой мягкий. Как мой конец. А, стоп. О, Синий. Алло. Здоров, сучара, где зависаешь? Кто это? А это кто? Я же просил, не звони мне сегодня. У меня тут типа свидание. Кто звонит? О, это мама. Привет, мам. О, фу, как грубо, мам. Да, мама, покажи, чего вы там на свидание ли. Да, о, что? Нашлепай ее буферак и шарики с водой. И погрузи своего водолаза в ее грот. Синий, может, ты повесишь трубку и подойдешь ко мне? А может, ты лучше ко мне и присядешь на мои шарики? О, боже. Я знаю, что и ты хочешь, крошка Стейси. Стейси? Что? И я звезда 69-й. И мы будем пыщ всю ночь. Мне пора идти. Стой! Что? Мне нужно тебе кое-что сказать. Что? Это мое право телефонного звонка. Я Ред, потому что я красный. Я свободен! Долбоёбы! Стоять! Долбоёбы! Ух ты! Какое красивое место! Совсем как ты! Стелла, послушай, я привел тебя сюда, потому что хотел сказать, что мы не можем быть вместе. Как так? Ты ведь так стар и мудр, и такой опытный. Нет, мои мускулы слишком большие, а на солнце весь заблещу. Я не против, мне даже нравится. Нет, я не просто блещу, вспыхиваю. Блестишь и пылаешь? А мне больно не будет? Именно, как мое сердце будет болеть во мне. Любовь — это больше всего на свете. Надо целоваться. Ну давай! Навсегда! Клыкастый ангел! Стелла!